Всем привет, с вами Джон Кобра, и сегодня мы продолжаем прокачивать наш дом миллионера с подписчиками в House Tycoon. И в сегодняшнем ролике мы купим VIP в этой игре, и купим мы его за миллион, как я и обещал. После чего прокачаем почти полностью наш дом. Надеюсь, что этот ролик вам понравится и вы оцените его лайком. Конечно же, подпишитесь на мой канал, если тебе, конечно, не жалко. Ну что, не будем тянуть время, начинаем. Сегодня мы продолжаем прокачивать наш дом. Я, как обещал, за кадром накопил 1 200 000. И сейчас мы вместе с подписчиками будем тратить деньги. Так, у нас еще денежки накопились, и теперь у нас в общей сложности 1 300 000. Так, и конечно же, как я и обещал, сейчас мы купим премиум, да. А чья это машина, можете выйти? Мне кажется, он и так купится, давайте. Все, да, мы купили премиум. И теперь мы реально про. Вау. Смотрите, просто теперь за нами такой же след, как этот всех крутых игроков. Прикольно, прикольно, прикольно. И у нас осталось 300 тысяч, но нам этого хватит сполна, чтобы прокачать. Так, мы теперь можем делать такие интересные вещи. Мы можем поставить какую-то песню. Все, я теперь VIP, да, все, я VIP теперь в этом городе. Да, только я никакие песни не знаю. Может, напишем нашим подписчикам и спросим, какие коды на песни вы знаете. Давайте напишем еще раз. Ну давайте попросим нашего подписчика, чтобы он написал. Все, все, все. Ладно. Давайте не будем тянуть время. А я знаю, да. Ох, ладно, все. Давайте прямо сейчас уже, ладно, подождем все же. Ладно, музыка, 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 музыка. Будем вбивать этот код. Так, вбиваем в код. Код 3, 1, 0, 5, 6, 7, 8, 0, 6. И что-то заиграл? Не, особо совсем. Ладно, ладно. Ладно, не работает. Ладно, пойдемте уже прокачивать наш дом. И что в сегодняшнем ролике мы будем прокачивать за наши 300 тысяч? Ну, конечно же, мы найдем. Мы начнем полностью, короче, прокачаем, наверное, первый этаж за все наши деньги. Ну все, начнем. Строить. Покупаем лесенки. И полностью покупаем диван, телевизор и большое окно. Как же без него? Как же без него? Так, так, так. Давайте еще купим вот такую вот дверку. И сейчас прокачаем, так скажем, в камин. Так, ну ладно, давайте еще раз попробуем вбить этот код. Давайте. 310 5 6 7 8 0 6. Ну нам. Ладно, ладно, ладно. Как-нибудь потом обязательно найдем эти кодики. Ладно. Давайте что прокачаем? Я немного вообще отвлекся. Я же хотел прокачать люстру. Помните, мы не купили люстру в прошлой серии. Ладно, купим ее сейчас. Так, купим. А здесь свет, полочки, 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 все. Здесь больше ничего купить нельзя, да? Видно, сегодня нам не судьба вбить код. Ну ладно, мы уже купили
премиум, и теперь у нас на 20% денег больше. И давайте купим дверь и полочки, 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 еще раз полочки. И начнем полностью прокачивать вот эту комнату. Я хочу полностью эту комнату прокачать. Не, это, наверное, не наша комната. Это, наверное, комната для гостей. Я не знаю, сколько гостей могут, может поместиться, так скажем, в этом доме. Так, давайте купим полностью сейчас туалет и купим еще одну комнату. Ну да, это, конечно, немного странно. Ну, сколько здесь кровати? Я вообще в шоке. Давайте, конечно же, купим зеркало, зеркало. И что же нам теперь надо для прокачки нашего дома? Деньги, деньги, еще раз деньги. Так, прокачиваем дверь, прокачиваем душ. О, это первый раз, чтобы мы покупали ванну. Прикольно, прикольно. А почему ванна в душе находится? Ладно, ладно. Давайте еще раз попробуем ввести код от наших подписчиков. Ох, сколько можно, честное слово. 208 93. О, что-то получилось. Да-да-да. Вроде получилось. Ладно, ладно. Это хоть что-то, хоть что-то. Ну и самое главное, что у нас получилось. Давайте сейчас полностью прокачаем прачечную. Ох, ладно, ладно, ладно. Так. Наконец-то у нас получилось, так скажем, включить музыку. Сейчас мы будем прокачивать нашу комнату. Еще одну. Это у нас еще одна ванна. Сколько у нас всего ванн вообще в этом доме? Дофига просто. Так. Давайте. У нас тем временем накопилось еще 130 тысяч. Вот это у нас деньги теперь купятся. Вообще так быстро, я не успеваю их собирать. И у нас есть еще 150 тысяч. Да, хорошо, что у нас теперь есть музыка. Давайте теперь прокачаем еще одну комнату. Это очень походит на наш офис, да. Мы вот здесь будем вот так вот сидеть и, так скажем, принимать гостей, читать книги. Так. Вроде первый этаж мы полностью прокачали. Да, первый этаж мы полностью прокачали. Ну, если не считать, вроде, так сказать... А, нет, не весь. Мы вот здесь дверь не купили. Конечно, если не считать газончик, то мы весь дом прокачали полностью. Но мне кажется, в первую очередь мы должны прокачать дом. А не... все остальное прокачается позже. Так, покупаем ковер. Еще ковер и люстры. И еще ковер. Короче, просто везде прокачаем ковры. Ковры. Много ковров. А это вроде наша. Именно наша комната, да? Так. Да. Это видно наша комната. Да. С целым телевизором. Ну, выглядит это прикольно. Мы вот так вот можем лечь спать здесь. О! Я думал, он не может здесь сложиться. Оказывается, может. Все зависит от того, насколько крутой ваш дом. Потому что, как вы помните, во второй части... Ну, во втором доме, если быть точнее, мы не могли спать на кровати, а здесь можем. Все. Давайте встанем с нашей кровати и уже пойдем дальше прокачивать. Покупаем везде двери. И что здесь? Так. За 8 тысяч мы можем купить волос. Давайте еще соберем наши денежки. Да, пойдемте теперь на второй этаж. И еще прокачаем что? Прокачаем вот за 8 тысяч вот эти стены. И за 9 тысяч... Да, это та самая лошадь. Это прикольно. Так. Что же мы теперь прокачаем? Нам надо прокачать еще одну комнату.
и мы ее практически полностью прокачали. Так, давайте еще раз спустимся. Так, все. Да, музыка топ. Топ, музыка крутая, да, я согласен, да, прикольно. Ну, это лучше, чем ничего, но вы согласитесь. Так, пошлите теперь, что будем прокачивать? Конечно же, мы бы могли бы купить себе еще одну машину. Ну уж, ладно. Угу, понятно, понятно, понятно. Так, ладно. Мы, конечно же, полностью допрокачиваем вот эту комнату. Нам не хватило 1000, да, печально, печально. Ну что, могу сказать. Вот такой вот у нас получился небольшой ролик по игре House Tycoon. Конечно же, если этот ролик тебе понравился, то обязательно ставь лайк. Обязательно подписывайся на канал. И тогда, скоро, буквально уже завтра, выйдет новая, так скажем, часть прохождения этого тайкунчика. Надеюсь, конечно же, что вы уже поставили лайк и подписались на мой канал. Если нет, то прямо сейчас ставьте ролик на паузу, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, с вами был Джон Кобра. Всем до скорой встречи!